Совершить экзотическое путешествие во времени в притягательный и в чем-то сказочный уголок белорусского Полесья предлагает автор фотовыставки «Полесская Венеция. Кудричий утраченный рай» Павел Куницкий. Живыми репортажными, где-то постановочными кадрами автор пытается объяснить землякам, насколько аутентичный уголок Кудричи, окруженный водой и болотами, важен для белорусской летописи. Обратить внимание общественности на деревню Кудричи, вот уникальный такой архаичный уголок, настоящее Полесье, которое вот уходит в историю, уходит безвозвратно. Его уже, если он погибнет, его уже не вернешь. Автор и ставил задачу, чтобы сохранить и показать молодому поколению ту историю, которая у нас есть. Очень хорошая выставка, очень такая, мне кажется, лаконичная. Представлено все направления, и как жил человек, и чем занимаются люди. Уже несмотря на то, что на сегодняшний день 21 век, но мне кажется, там все застыло в какой-то интересной такой временных своих рамках. На фотовыставке представлено свыше 30 авторских работ последнего десятилетия, где всецело раскрывается быт истинных полешуков и очарование полесской природы. Увлекательный рассказ о самобытном поселении, выраженный фотографиями, вскоре перенесется на страницы альбома, который Павел Куницкий планирует выдать в свет в ближайшее время. Кудрич – это вся деревня представляет собой памятник истории. Там что не усадьба, то, скажем, музей под открытым небом. Туда очень любят ездить иностранные туристы. Для них это очень интересно, для них это экзотика. Не потому, что вы увидите эту бедноту, а для того, чтобы вживую увидеть, как народ жил раньше. Потому что такой островок архаичности остался. Так называемый народный проект «Полесская Венеция. Кудричий утраченный рай» – долгосрочный. Выставка будет работать в музее до осени, вплоть до 920-летия города Пинска.